Оформляли ДТП, нашли кастет. Инкассаторский автомобиль сбил пенсионерку и задержали подозреваемого в грабеже. Об этом далее коротко. ДТП у отвала в Запорожье. Водитель не выбрал безопасную скорость движения, выскочил на бордюр и помял отбойник. При оформлении ДТП на коврике у сиденья патрульные обнаружили предмет, похожий на кастет. Оказалось, что машиной больше пользуется сын водителя, и эта вещь якобы нужна ему для самообороны. Около половины первой ночи на улице Строителей четверо неизвестных отобрали мобильный телефон. Пострадавший подробно описал нападавших. При отработке территории заметили двух мужчин, похожих по описанию. У одного из них нашли телефон, похожий на отобранный. Пострадавший узнал и нападавших, и свой телефон. Смертельная авария в Бердянске. Около полудня в одном из дворов по проспекту Восточному инкассаторский автомобиль сбил пенсионерку. На повороте водитель не заметил старушку, которая переходила дорогу, чтобы выбросить мусор. После удара автомобиль еще несколько метров протащил 81-летнюю женщину за собой. Скорая доставила пострадавшую в реанимацию. Спасти ее не удалось.